Никакой пользы, кроме грязи, кроме растаскивания из мусорных ящиков содержимого наверх, а потом бросает вниз. Это грач для нас не специфичен для Хакасии, его никогда здесь не было. Он появился здесь где-то в 1972 году в Хакасии впервые, вот, после, особенно когда залили Красноярское водохранилище. Орнитологи говорят, что хоть прилет грачей и означает потепление, заморозки все же еще возможны. А сами птицы наводят беспорядок. Обосновались грачи в сквере возле Республиканской филармонии. В городах этих особей встретишь не так часто. Абакан они облюбовали из-за высоких тополей. Прилетают пернатые к нам из северного Казахстана. И сейчас временные гости заняты тем, что разбирают гнезда ворон и сорок и строят собственные. Кстати, внешне грачи очень похожи на вечно досаждающих каркуш. Отличаются только формой клюва. Сами орнитологи называют этих птиц китайским подвидом вороны.